этого. В этом мире ужасное зло, и оно исходит от людей. Но люди не успокоятся, пока не испортят землю и не уничтожат животных. Орех, оно шло отсюда. То, что было во сне. Все поле в крови. Что-то надвигается. Что-то плохое и жуткое. Скорее! Ты в этом уверен, Пятик? Я говорю тебе, как твой брат. Я не знаю, что это, но это беда. Где люди, там и смерть. Если останешься, они найдут тебя. Теперь беги! Давай, давай! Я думал здесь. Что происходит? Скорее бежим! От них не оторваться, нам крышка! А ну иди сюда! Если я приму одно плохое решение, нам всем конец! Мы пошли за тобой, потому что ты обещал нам лучшую жизнь! Я не вожак. Ты один смог поверить в нас и увидеть лучшее в каждом из нас. Не сдавайся. Еще есть надежда. В тебе еще остались силы? Они, может, и не думали о войне, но они ее получат. Мне будет крайне приятно убивать тебя. Возьмем их штормом! Орех! Вы отважно боролись за свою свободу. Но теперь вы должны удержать ее. Но это мой дом. Я буду защищать его.